Всем огромнейший привет! Спасибо, что вы заглянули на мой канал. Меня зовут Новосветлова Наталья. И в этом видео мы вместе с вами посмотрим мой заказ из 15-го каталога компании Oriflame. Украшения из каталога Norhin. И новые аксессуары, новинки и подарки от компании. Ну что, наливайте себе кружечку чая или кофе и приятнейшего вам просмотра. Сегодня на улице вот так вот солнечно по-зимнему и идет снежок у нас. Мы начнем просмотр моего заказа. Надеюсь, это вас не будет ослеплять. Первое, что я вам покажу, чтобы это не занимало много места здесь, я уберу. Мне пришла вот такая вот тренога, это по акции, по приглашению. Четырехсекционная опора, здесь все написано, вес, максимальная высота, крепление для телефона. В общем-то, такой супер гаджет я получила по программе по приглашению. Поэтому, если вы еще не зарегистрированы в компании Oriflame, загляните в инфобокс под это видео, вы сможете приобретать продукцию напрямую от компании, по выгодным ценам, участвовать от компании в акциях, получать подарки, участвовать в закрытых распродажах. Ну, в общем-то, много всего интересного. Ну, в общем-то, вот такая вот замечательная тренога. Подарок можно было выбрать на выбор. Я подумала, что это супер гаджет, который мне не помешает быть в моем арсенале тех, в общем-то, аксессуаров, которые помогают снимать видео. Поэтому буду дома распаковывать, мне очень интересно, но вот вам пока так показываю. Потом во влоге на моем канале вы увидите тогда уже поподробнее эту треногу. Но, в общем-то, я, собственно говоря, очень-очень рада этому подарку. Вышел новый каталог с украшениями Norhin. Здесь очень много всего интересного. На канале есть видео, где мы подробно с вами листали этот каталог. И я смотрела, глаза горят на многие украшения, потому что я фанатею по разным украшениям, мне они нравятся. И, знаете, нравится многое, но, в общем-то, знаете, что заказала? Сейчас вам покажу. Вот такую вот серию, надеюсь, вы видели. Сейчас мы вместе с вами. Опаловый кварц называется. Такая вот интересная серия. Посмотрим, я заказала серьги. Что-то мне прям они меня зажгли. Надеюсь, они оправдают мои ожидания, которые я, в общем-то, ожидаю от них. Здесь они стоят 3790, стоимость в каталоге. Если вы зарегистрированы, цена еще дешевле. А в предыдущем каталоге была возможность заказать одно из украшений, вот такую подвесочку, и получить дополнительную скидку, чтобы еще выгоднее купить. Вот так вот традиционно, как у нас украшения Norhin упаковываются, мешочек вот с такими потрясающими кисточками. И давайте уже будем смотреть. Так, здесь еще вот так вот. Сейчас посмотрим, обязательно померяем на ушке. Ага, так, давайте вам покажу. Вот так вот выглядят серьги. Очень эмаль получается. Эмаль и камень. Интересно. Очень интересно. Рисунок так вот загибается. Серьги такие вот объемные. Значит, камушки вообще, в принципе, идентичные. Идентичный натуральный у нас кварц, опаловый кварц. Ну что, давайте уже примерим. И будем уже смотреть, как они садятся на ушко. У меня, сразу скажу, мочка тонкая, поэтому ориентируйтесь, чтобы вам тоже сориентироваться, если кто смотрит на них. Я в обзорах нигде еще их не видела. И, в общем-то, вот так вот они смотрятся. В принципе, такие вот объемные, красивенькие серьги. Не давят, сидят, как мне кажется, хорошо, вот как я себя вижу на камере. И такой цвет красивый, красивый серёг. В общем-то, теперь уже хочется, наверное, подумаем. Продление этой серии. В этой серии у нас еще есть такой вот перстень интересный. Перстень, самое главное, чтобы цвет камня соответствовал. И вот такой вот шикарный кулон на шнурке. Кулон 3990, такой кулон.
стоит. И кольцо по размерам 2990. В общем-то, вот такой вот можно собрать набор. Думаю, вам видно, да? Вот так вот красиво смотрится. Такое украшение интересное. В принципе, даже подходит сюда под платье. Можно носить золотом, потому что вот здесь вот все вот золотое. Ну, в общем-то, оно вот так вот гармонирует и красиво. В общем, останусь в нем. Оно мне очень нравится. Ну что, давайте будем смотреть заказ. Здесь и новинки с аксессуаров еще новых. Сумка. В общем, много чего интересного, поэтому не переключайтесь и смотрите дальше. Давайте посмотрим, что у меня в заказе из декоративной косметики. И это новинка предыдущего каталога, но это также новинка. В принципе, ее только начинают распробовать. И это помадка для губ. Вот у меня в двух оттенках. Dark Blonde и Medium Blonde. Это вот такие вот помадки для бровей. У меня вот, кстати, тоже сейчас нанесена на брови. Мне она очень понравилась. И здесь получается вот такая вот кисточка. И тут вот уже сама помадка. В общем-то, это вот оттенок такой. Сейчас еще одну вам покажу, чтобы вы понимали, чем отличается средний от темного цвета. Вот, получается, это у нас как бы коричневый, а это вот темно-коричневый. Так что вот такие вот в заказе помадки для бровей. И еще из декоративной косметики у меня есть серия Giordani Gold CC крем. Коробочка вот чуть-чуть помялась, потому что в заказе много всего. Но, в общем-то, я думаю, что это не принципиально, в принципе, будет. CC крем с SPF 35. Давайте пройдемся по ароматам, которые есть в заказе. Первый аромат – это Miss Giordani Intense. Это у нас цветочно-фруктовая древесная, значит, парфюмированная вода. В этом каталоге она стоит 899 рублей. Очень такая вкусная, классная. Следующее у нас это Lucia Bright Aura, цветочно-фруктовый древесный, 799 рублей. Стоимость очень хорошая. И я заказала новинку этого каталога, и который идет еще. Еще одна водичка, совсем она другая, которую пробник мы с вами тестировали в прошлом заказе, в прошлом каталоге. Давайте смотреть. Впервые в Oriflame появляются у нас духи. Это у нас All or Nothing. При покупке этих духов у нас в подарок идет, получается, парфюмированная вода. Значит, у нас здесь 50 мл восточный ванильный фруктовый магнолия малина супер абсолют ванили. Когда мы с вами тестировали пробники, мне вот как раз таки духи очень понравились. А вот это вот я как бы тестируя, мне показалось, что это аромат удушающий. Но при покупке духов у нас, получается, идет в подарочек. Здесь мини-версия, можно наносить по отдельности, можно смешивать. Здесь у нас высокая вообще концентрация, получается, аромата. И здесь у нас лепестки жасмина, мускусный аккорд и белая древесина. Давайте все открою, потому что заказывала себе. Просто не могла удержаться, не заказать такую впервые новинку, которая вышла в Oriflame, именно духи, потому что хочется именно концентрацию стойкую, тем более в зимнее время. О, приятный шелест, да, когда открываешь покупку, всегда как бы классно. И здесь у нас получается, я так понимаю, это выдвигается, 50 миллилитров выдвигается, и посмотрите, как это смотрится, как мини-клатч, сумочка. Конечно, дизайн бомбический. И вот внутреннее, вот это вот, все, смотрите, как сделано. Очень красиво, очень стильно и очень, вообще, очень круто. Вот так вот выглядит. Одинаково с двух сторон. Золотом флакон. Флакон это просто визуально бомба. Визуально очень-очень классно. Так вот открывается, и сейчас нанесем. Вот. Ваниль у нас здесь получается, малина. Мне нравятся такие сладенькие, окутывающие.
ароматы. Ну, я не скажу, что он сильно приторный, сильно какой-то такой, но очень-очень-очень круто, конечно, выглядит. Следующее я сейчас с вами протестирую. Мини вот эту, как бы, в моем понятии это мини-версия, но компания, не знаю, будет ли делать такого большого объема или нет. Но с собой сумочку удобно всегда брать. Это же такой вот флакон. Он красиво тоже выглядит. Визуально вот этот вот цвет прям очень классный. Здесь у нас, да, лепестки жасмина, мускусный аккорд, белая древесина, высокая концентрация. Даже все, вот знаете, открывается, очень хорошего все качества сделано. Нет, надо аромату дать возможность открыться, согреться. Ну, то есть вот так вот выглядит это вместе. Смотрите, очень красиво. А вот сейчас мне не кажется удушающим или не вызывает у меня каких-то таких ощущений першения. В пробнике вообще совсем по-другому. Мне нравится, мне нравится. Вот этот вообще крутой. Этот, по-моему, вообще немножко другой, если их смешать. Ну, в общем, фантазия. Вы сами себе парфюмер, получается, фантазируете, делаете. Знаете, сладость вот такая переходящая, такой аромат более женственный, более такой, знаете, манящий прям. В общем, вместе они круто-круто гармонируют, очень классно. Продолжим смотреть. Следующее, что я вам покажу, посмотрите, как упаковано. И это у нас, получается, подушечки для обуви. 199 рублей. Очень красиво упаковано. Даже на первый взгляд, в принципе, если ты не знаешь, ты не догадаешься, что же это такое. Но, в общем-то, очень классно. Это подушечки для обуви сейчас. Такой вот разнообразный выбор, и именно это вот эти вот подушечки для обуви. Здесь разные, вообще разные каталоги. Следующее, что я вам скажу, я заказала кондиционер, уже третий по счету, недавняя новинка, Botanicals серия, очень нам понравился с дочкой, шампунь, кондиционер, вообще мыло, гель для душа, и вот шампунь как-то расходуется не так быстро, а кондиционер, вот мы уже второй, в принципе, там приговорили, и вот заказала как бы снова. Далее, я вам говорила уже, конечно, что вот этот вот продукт, который я очень люблю, и который мне, можно сказать, жизненно необходим, вот это вот именно такие средства, которые жизненно необходимы уже получается. Интересно, да? Я думаю, что вы догадались. И этот продукт снимают с производства, надеюсь, что он обновится и будет в обновленной версии, в улучшенной версии. Не знаю, когда это будет и будет ли это вообще. И поэтому я вот, знаете, сейчас вам покажу. Заказала 5 красок в оттенке 5.25, которыми пользуюсь, которые люблю. И вот, вот они, потому что как без них. И это тот оттенок. Вот 5.25, который вот у меня на волосах. Окрашиваю волос постоянно. Уходит у меня одна упаковка. И ну, 5 пока будет. Надеюсь, на какое-то время хватит. Тогда, может быть, будет перезапуск. И это будет очень круто. Следующее. Снова в каталоге и по очень хорошей цене. В прошлом году мы с вами вот эту серию с черникой, кремообразный гель для душа и крем для тела и лица. Сейчас в каталоге снова очень хорошая цена, и вот он у меня в заказе. Далее гель для душа, малина, вот такой вот с эксфолиирующими частичками, тоже очень крутой, очень крутой в заказе. Новинка в серии «Молоко и мед». Вышла новая серия, и сейчас уже вообще в каталоге очень много именно серия «Milk and Honey Gold».
Вот так вот сейчас представлены. И здесь у нас теплый аромат лаванды и амбры. И у меня вот гель для душа в заказе. Дизайн клевый. И три крема для тела. Так вот выглядит очень красиво. Вот так вот представлена серия. Еще в этой серии есть мыло кусковое. Ну, в общем-то, в заказе вот то, что есть, вам показываю. Аромат очень приятный. И еще у меня три наборчика таких вот прям уже новогодних. Кстати, серия ограниченная. Вот эта вот серия тоже ограниченная. Это три набора. Выглядят вот так. Крем для рук и мыльца. Какой-то красивый пакетик. И вот так вот подарить, сделать презент. Очень будет красиво. И здесь у нас ограниченная серия с ароматом. Ну, набор в каталоге 129 рублей. А для зарегистрированных еще дешевле. Поэтому, ну, очень. В общем-то, аромат рождественского десерта. Вот так вот выглядит. Далее покажу вам гели для душа, которые, посмотрите, вот они у меня разные, мы сейчас с вами посмотрим, два зеленых, остальные другие. Серия Vitacare, посмотрите, какой сделали новогодний дизайн, вот. Тоже красивенько, где-то елочки, где-то Дед Морозы, где-то олени, шапки, да, конфетти, ну, в общем-то, подарки, очень красиво выглядит. И, надеюсь, ничего не упустила. Сейчас мы с вами посмотрим аксессуар вот этой, ну, так скажем, зимней коллекции. И это у нас будет с вами сумка с бантом. Это у нас ограниченный выпуск на Новый год. Вот такая вот сумка. Размер ее 32 на 24 на 14. Здесь вот такой вот бант. Большая ручка. Давайте будем смотреть. Приходит стандартные упаковки. Я даже, знаете, визуально, когда смотрела на девушку в каталоге, я думала, что размер сумки больше. Мне кажется, чем больше сумка, тем больше в нее положишь и тем больше будешь тащить. Ну что, давайте будем смотреть. Заказала себе. Вот так выглядит замок. Вот сколько бы сумок не было, но постоянно что-то кажется, что что-то не то или еще что-то. Здесь, конечно, уши. Для наших зим не знаю как. Вот такая вот ручка тонкая. Карман есть. Но сумка без подклада. Поэтому она, в принципе, очень легкая. И вот так вот выглядит. Конечно, ей нужно дать возможность расправиться. Бант прикреплен. Это элегантная, на мой взгляд. Ну, все, что необходимо, в принципе, в нее влезет. И даже не больше. Вот. Сюда вот крепится у нас, получается, верхняя ручка. Можно прикрепить вообще и другую ручку, какая-либо у вас есть, если вам что-то нужно другое. То, в принципе, вот, я думаю, что будет хорошо. Одно, но... Что я положила в нее для объема 4 краски для волос. Дно не прогибается. Здесь замок закрывается. Вот так вот она смотрится. Если ее сравнить с каталогом Норхен, то каталог вот так вмещается, в принципе. Лезть вот какие-то нужные документы, бумаги, если у вас есть какие-то блокноты, ежедневник. Все это вместится. И за счет того, что вот здесь ручки, конечно, шуршат, за счет вот этого, то, что оно сгибается вот сюда, в принципе, оно становится до замка. И там нет каких-то таких. Но если кто-то захочет, если вы в каком-либо транспорте, конечно, ездите, залезть, конечно, смогут, в принципе, в сумку, если при желании. Здесь что-то это, но это, в принципе, удаляется. В общем-то, сумка я добыла. И на руке она смотрится, это хорошо. Ну, в общем, нормально. Я довольна. Я довольна. Ремешок не длинный, он не фиксируется, но он тоненький такой, знаете, в принципе, такой элегантный. Так что
сумочка будет у меня в ходу. Надо дать ей возможность расправиться. И все. В общем, сумка, я довольна. Все вам показала, ничего не утаила. Литература. Следующая акция, которая уже действует, это компания по приглашению. Вот можно собрать на спонсорские баллы для кухни, для хозяек. Очень много классных гаджетов. Ну, просто супер-супер утварь. И пришли мне каталоги. Но они мне все одинаковые, хотя я знаю, что многие получали разные каталоги. Мне уже с нетерпением хочется посмотреть, полистать следующий каталог. В конце у нас суш-бестселлер по стоимости 199 рублей. Специальная цена при заказе любого продукта со 202 по 207 страницу. О, новые продукты. В общем, класс, девчонки. Люблю все-таки печатный вариант. Печатный вариант, конечно, он это что-то. В общем, я рада, что я получила этот заказ, рада новинкам. Серьги, как вам, обязательно напишите. Как вам сумка, как вам вообще аксессуары, что из Норхен вы заказали для себя. У меня еще много на что глаз падает. Теперь буду думать о этих еще продлении этой серии. Что бы еще хотелось заказать. Ну, в общем, серьгам я очень довольна. Серьги всегда вообще функциональные. Мне кажется, вот из всех украшений серьги — это самое функциональное, что вообще. И серьги поменял уже даже другой образ. Ну что, я буду с вами прощаться, буду разбирать свой заказ. Надеюсь, это видео для вас было интересным, вы его ждали. Я вас обнимаю очень крепко, целую, говорю вам всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.